Корнелис Кик, единственный из учеников Яна Дэвидса де Хэма, который по-настоящему увлекся пленэрными поисками и попытался использовать в картинах свои зарисовки на открытом воздухе. Из опубликованного Абрахамом Брелиусом документа видно, что он был подписан 2 июля 1671 года 40-летним Киком. Следовательно, родился художник в 1631 году или 1632. А из другого нотариального протокола, составленного в июне 1681 года, следует, что Корнелис Кик к этому времени был уже погребен в новой церкви Амстердама, причем его зять, согласившийся заботиться о могиле, решительно не желал брать на себя долги художника. Эти документы позволили уточнить приведенные Хаубрукеном годы жизни мастера 1635-1675. В своей книге он дал довольно подробные сведения о Кике. Корнелис Кик родился в 1635 году в Амстердаме и в юности учился у своего отца, известного художника-жанриста. Он и сам начал писать жанровые сцены и портреты, причем исполнял их настолько иллюзорно, что зритель мог различить саму фактуру кожи. Однако тяга к натюрморту и увлечение цветочным натюрмортом взяли вверх, особенно после того, как он получил одобрение от Яна де Хэма и внял его совету переключиться на живопись цветов и фруктов. Это принесло Кику удачу и такие большие успехи, которых он иначе никогда бы не достиг. Вскоре он пришел к мысли, что для него было бы лучше и сподручнее, если бы он имел сад в своем доме, чтобы писать цветы из натуры. Поэтому он воспользовался садом своего тестя, который вместе с домом располагался у ворот Святого Антония. А когда он был вынужден покинуть этот сад, в связи с перепланировкой города, он завел себе новое на осушенных землях озеро Димер. Произведения Кика крайне редко можно обнаружить в коллекциях голландской живописи. Такие известные работы мастера, как букет в стеклянной вазе и букетик цветов, доказывают правоту слов Хаубракена о его упорных студиях с натуры. Зарисовки в саду на пленэре, как стали называть подобные этюды в XIX веке, значительно расширили колористические возможности художника. Большое количество рефлексов, сочность и определенность цветовых отношений делают эти маленькие картины Кика особенно привлекательными.